I would ask the speaker at the rostrum to kindly stand again aside once again while I deal with a point of order which has been... Почему, когда выступал здесь господин, представляющий свою страну Конго, его остановил председатель ассамблеи и сказал, он сослался на телеграмму, которую он получил от своих братьев, которые страдают под колониальным гнетом, председатель его остановил, говорил, что это вопрос по существу, а здесь обсуждается только лишь вопрос протокол, то есть это, процедурного характера. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Да, да. Он затрагивает вопрос, если говорить, значит, он не процедурный вопрос затрагивает. И председатель, который симпатизирует колониальным, этим колониальному господству, он не останавливает его. Разве это справедливо? Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разуму нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше. Mr. President, before I proceed, may I make it very clear that my delegation and I have no desire at all. It is not our intention to wound the feelings and the sensibilities of any member nation or of any delegation represented in this General Assembly. But we are here to discuss a very important question. And my delegation feels that we have to express our ideas here freely and without reservation, irrespective of whatever consequences my words may have on the views, opposing views of any delegation on this particular question. But I repeat, we have no desire to wound, to hurt the sensibilities of any member delegation and distinguished delegates of this assembly. I submit it to you that before my delegation votes on this question, we have to make crystal clear our position, our belief as to the meaning and understanding of the word independence contained in this declaration. The delegation of Ghana, men and ladies of the assembly, if the United Nations is to proclaim a declaration on the right of subjugated peoples to independence, I ask, is it fair? Is it just? Is it moral? Вы не можете даже снизойти, так сказать, до уровня крестьянина-эксплуататора, богатея, батраков своих. До конца хотят выжимать пот. Господин представитель Великобритании, как раз когда я в своем выступлении сегодня говорил о том, что восстают люди и посылают им пушки, я это брал из ваших газет лондонских. И это было опубликовано день-два тому назад. Так что это совершенно свежие факты, что люди колониальные восстают, мы им аплодируем, но надо им помочь, потому что колонизаторы сильнее их и уничтожают, истребляют их. Я бы хотел ответить, вот у меня, видите, тоже двойственное положение в отношении делегата Филиппин. Я выступал резко, протестовал и протестую
за то, что он заикаться стал в первой половине своей речи. Но потом он выровнялся. Я думаю, да, и пришел он к правильному выводу. Я это объясняю так. Он человек неплохой. Он много лет, как он говорил, да, много лет страдали народы Филиппины под игом испанцев. Потом американцы перехватили. И еле-еле не получили независимость. И то еще какая независимость, Бог его знает, надо хорошенько в лупу рассмотреть эту независимость. Поэтому... Поэтому он понимает, что такое колониализм, что такое гнет колониальный. И, видимо, в первой части он говорил не от души, а еще остаток у него, ниточка, которая еще связывает его с его, так сказать, хозяином, Соединенными Штатами Америки, вот они и подергали за эту ниточку. Вот он и сказал. А потом, когда его остановили, он говорит, сам, видимо, пришел к такому, на кой черт мне действительно, сами американцы не выступают и прячутся, а меня выставили, понимаете, значит, чтобы я за них, понимаете, выступал. Да. И поэтому тогда он уже дал, так сказать, выход своей вольной души и излил свою ненависть против колонизаторов, против гнета колониального. И я с большим удовольствием от всей души ему аплодировал в этом и сочувствовал. Я горжусь, что, ну, пусть меня простят и извинят, если представители африканского народа, эти, как их называли, черные, я не знаю, как это, звучит ли для негров это оскорблением или не оскорблением, я это не знаю, я как раз хочу, так сказать, выразить свои симпатии к вам, значит, да. Нет, да, вот, поэтому мне было приятно слушать, на этих людей говорили, что они не доросли, слушайте, империалисты, которые здесь выступали, они не доросли до уровня общечеловеческого понимания свободы и оценки этой свободы, чем эти люди черные, которые, понимаете, вырвались из-под гнета и излагают свои мысли и защищают интересы своих народов. Это радость. Некоторые белые кичатся, что они белые, и высокомерно относятся к черным. Нет, черный – это только цвет кожи. В одного черный, у другого желтый, в третьего белый. Самое страшное – это то, когда сам-то он белый или черный, но душа у него черная, душа у него грязная. Вот ее уже, так сказать, ничем не исправишь, эту душу. Поэтому мы приветствуем своих братьев черных, негров. Мы приветствуем другие племена, которые борются за свободу. И помогаем мы, и будем помогать. И все народы должны им оказывать. И верим мы, что когда-то действительно будет, народы всех стран будут чувствовать себя братьями. Не будет эксплуатируемых, не будет эксплуататоров. Будет только одно знамя развиваться. Знамя дружбы, знамя мира, знамя братства. И это знамя, на нем будет написано коммунистическое общество. Спасибо за внимание.